Всем привет, привет. И сегодня. И что сегодня? Я с этой выкапываю, это будет средний туалет. Ангелушка смотрит мультики, а я решила немножко нас поснимать. Опять мы с ней лежим, опять балдеем, пришли с улицы, на велосипеде мы катались, на котик. Пузырики мы запускали, с чужой собачкой Златой мы гуляли. С детками, а она встретила своего с группы мальчика Лёшу, да, ты с ним на велосипеде каталась? Вот так мы сегодня после садика провели время. Хотели, конечно, поснимать, как мы это время проводим. Но там столько было очень много деток на прогулке, что мы не стали снимать. Потому что как не снимаешь, то детки на велосипедике, то детки на самокатике, да, то на роликах. Можно потише чуть-чуть сделать, котик? У нас сегодня, кстати, очень сильно тепло. С утра было холодно. А к обеду солнышко поднялось, распогодилось. Так хорошо потеплело, да, котенок? Что сегодня даже ходили в майках. Наверное, было где-то плюс 21. Но ветер был такой тепленький. Вот так вот. Думаю, надо что-то нам снять. Ангелина засела в телефон. Надо же, наверное, забирать он и ложит телефон. Потому что уже минут 20 точно сидит. Да? Долго сидишь в телефоне? Какое-то прошлое поколение у нас в телефонах зависает. Я думала, у меня в одной нет во всех. Придя с садика, скорее нужен хватать телефон. Обычно она любит порисовать, мозаички пособирать. Вот с тобой мозаичку пособираем. Я не понимаю, это, Ангелок, давай с тобой мозаику соберем. Давай соберем с тобой Барбоскиных. Ну давай соберем Барбоскиных. Покажем, какая у нас красивая картиночка. Давай. Не хочет. Не хочет. Что у нас новенького? Так, сделай, пожалуйста, потише. Очень громко идет. Ангелина. Сделай, пожалуйста, потише. Так, вот это вот выключила. А вы что, что-то смотришь? Или включила детский канал, или это выключила? Непонятные мультики. О! Ты хотела свинку Пеппи смотреть? Смотри свинку Пеппи. Всем привет, друзья. Меня зовут Ящик. Опять? Там тоже самое? Коронавирусом. У нас тоже, кстати, очень много кто болеет. Сегодня возле нашего дома приезжала бригада и чистила подъезд. Дезинфицировала. Много же болеет. Что самое интересное, вот смотришь статистику смертей. Стабильно. 5 смертей. 5 смертей. Раньше было каждый день 3. Тактику поменяли на 5. Как будто специально. Вот так вот прямо вот интересно. Уже прямо не хочется читать эти новости. Ну, каждый день по 5, как по списку, как по спецзаказу. Вчера было под 17 тысяч заболевших и 100 тысяч умерших. Сегодня еще не читала, не заходила, не смотрела. Не было как-то времени так зайти посмотреть. Так вот, с работы пришли, перекусила Ангелуша что-то. И побежали гулять на улице, потому что тепло. Сделай потише, еще раз я тебя прошу. Так что вот так. Там умер, там умер. Самое интересное, молодые умирают. Но, естественно, виноваты сами.
Потому что у них есть хронические заболевания. Простите, у кого их нету? И у меня есть, так что я разве в этом виновата, что у меня есть? Тоже несут непонятно что. Не хочется смотреть эту брехню. Самую настоящую брехню. Пять человек. Сколько наблюдаем, читаем новости? За сутки умерло 5 человек. Прирост на 5 человек. Ну разве такое бывает? Не 6, не 7, не 4, не 3, 5. Стабильность. Ну хотя у нас, да, у нас везде стабильность. Теперь уже раньше в больнице забирали, лежали, лечили. А теперь, если ты не сильно болен, лежи дома. Болеть. Заражай вокруг. Ходи куда хочешь. Нет, ни самоизоляции, ничего. А человек, если одинокий, ну как он будет один дома? В аптеку выйти надо, в магазин надо, продукты купить надо. Как это вы первого уровня вы оставляете дома лечиться? Ничего страшного. Если у него не тяжелая форма. В новостях прочитала, что заведующая детского сада умерла 35 лет. Кошмар. Вообще кошмар. В нашем городе, в нашем, не в нашем, правда, районе. Советском. Что вот такие новости вообще. Ужасные новости. 9 мая у нас будет парад. Зачем вот парад 9 мая? Зачем тратить такие деньги на салют, на фейерверки эти, на тут все сборище? Зачем? Да купите вы. Сколько там этих осталось ветеранов? Совсем мало. Купите вы им по-хорошему телевизору. Придите каждому на дом. Поздравьте их, им это будет 100 раз приятней. Вручите цветы, я не знаю, что там. Какие-то продукты к празднику необходимые. Рад будут делать. У нас, кстати, стал очень сильный большой прирост именно после вербного воскресенья. Стало так быстро подскочило рост заболеваемости. Теперь, естественно, вербное было, Пасха была. Радуница была, а свердятая моя побудет. Так странно. Ужас. Как я понимаю, что мы все должны переболеть рано или поздно. Даже если это случится, но хочется же переболеть как-то в легкой форме, а не в тяжелой. Вообще, как-то я там коронавирусе разговаривать не собиралась. Политика не моё. Разговоры веду. Так что вот так. Никому не верю. Никаким новостям. Скорее только ездят. Ну, одно хорошо. Антисептик появился в аптеках. Девочки, антисептик появился. Конец-то. Маски. Маски, кстати, тоже появились. Не марлевые, а хотя бы уже тканевые. Хотя бы их можно постирать. Не марлевые, которые хлюпенькая. Так, септики есть? Перчатки не знаю, про перчатки. У нас есть перчатки, я не покупала, в фиксиках покупала. Поэтому не знаю, есть в аптеках, нет? Фиксиках перчатки, это есть. Так что вот так. Так у нас происходит самоизоляции никакой. Никто дома сидеть не хочет. Молодежь, естественно, не заставишь. Ну, а что хочу сказать? А семьям это одно. Куда-нибудь уезжать, отдыхать. Хорошо, когда есть дачка свободна. Можно на дачу. У нас есть дача, но туда тоже много кто съезжается. Тоже сильно так особо не хочется. Одна семья, и вторая, и третья. То мы стараемся уехать как-то в лес. Подальше от всех. Подышать свежим воздухом. Да, Ангелуша? Тебе нравится в лес? Кстати, на речку очень сильно хочется съездить. На речку хочется очень сильно съездить, порыбачить. Я, кстати, тоже рыбачить люблю. Люблю. У меня не очень выходит, но люблю. У меня отец рыбак, и там нечто рыбак такой. Видите, что она делает? Вот, и я люблю порыбачить, позабрасывать. Ловила.
огненько ловила. Сын меня ловит, а муж нет. Муж не любит рыбалку. Муж больше любит грибы, любит лес, грибы собирать, а я нет, я не грибник. Хотя тоже люблю лес, люблю походить по лесу. Грибочки еще люблю собирать, а вот ягоды нет, ягоды вообще не люблю. Нудно. Мне проще пойти купить, чем собирать. Нудно. Ну, тоже будем ездить и тоже будем это снимать. Так что вот так. Так, если вам с нами интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Да, Ангелуша? Если нам лайки ставить не будут, что Чарлуша придет? Укусит на бачок. И укусит за бачок. Кстати, Елена здесь с разными колодками. Только сейчас заметила. Каталась на велосипеде и упала. Ну как, не упала она? Она, получается, бежала, муж запускал. До этого было видео, они запускали воздушные шарики, эти мыльные пузыри. И она, когда бежала этот мыльный пузырь словить, ехал мальчик на велосипеде, и он ее сбил. И, конечно, больно не было, больше было испуг, потому что он остановился, видел, что на нее летит, но сам испуг, что на тебя чуть не наехал велосипед, поэтому она упала на коленка. Вот так вот. Так вот об этом я, ребятки, хотела с вами поговорить. Хотя, чтобы поговорить о другом, не знаю, почему я про этот коронавирус вообще. Предкоронавирус начала. Где, наверное, на работе его обсуждали. Подожди, немножко занята. И я решила с вами, наверное, о нем поэтому поговорить. Так что, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, и мы будем для вас снимать видео. Будем снимать лес, рыбалку, все остальное, активный наш отдых. Еще мы любим кататься на велосипедах и любим много куда ездить. Так как, наверное, в этом году мы отдыхать никуда не поедем, будем путешествовать по нашей республике. Будем о ней узнать много чего новенького. Так что, пока!